30 марта на территории джума-мечети имени Саида Афанди состоялся коллективный ифтар. Началось разговение с приветственной речи председателя Совета имамов Мурада Исмаилова, который поблагодарил всех, кто участвовал в организации такого прекрасного вечера. Стараются накормить посягшихся людей. Это огромный ибадат для них и для нас тоже, альхамдулилля, большой ниамат. Потому что для них пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в своем хадисе, если будет накормить посягшихся людей, за их пост тоже получит этот человек вознаграждение. Организаторами данного ифтара являются председатель городского собрания депутатов Абдул-Вахид Джаватов, депутат городского собрания Бахмуд Рабаданов и полпред муфтията Республики Дагестан, председатель Совета имамов Мурад Исмаилов совместно с благотворительным фондом «Инсан». Всевышний привет все наши посты, все ваши посты. И пусть Всевышний нам даст силы до конца держать этот уразот, Рамадан месяц, наши посты до конца месяца. Для нас, что многие братья наши держат и вместе раджа держат уразу по день, по четвергам. Дай Аллах и этим братьям, и всем нам и дальше, в дальнейшем году держать достойно наши, по милости Всевышнего, данные нам и месяца Рамадана. Отметим, что в разговении приняли участие как взрослые, так и дети. По словам организаторов, наступление священного месяца Рамадан – это большая возможность для людей совершать богоугодные дела. Асия Тумалатова, Амарбек Газиев, новости телеканала «Среда».